Так, экскурсия из Египта в Израиль. Очень удобный способ, очень дешевый способ, и при этом огромное количество стереотипов по поводу всех израильско-египетских войн и недоброжелательного отношения между этими странами, которого фактически на самом деле не так, чтобы и существует. Ну, существует напряженность некая, но... Политическое противостояние на сегодняшний день. Да. А так экскурсия осуществляется и в принципе... Ты видел, в Табе прекрасно улыбаются друг другу пограничники. Более того, я переходил там границу в Табе, вот проезжая на эту самую экскурсию в Израиль. Речь идет о том, я смотрю, потратить существенно меньше денег, чем стоимость отдельного тура. Ну, смотрите, просто как бы так нельзя сравнивать, потому что данная экскурсия, предлагаемая экскурсия в Израиль, она, однодневная есть. Угу. И Б двухдневно, это не может сравниться никак с недельным, либо с десятидневным отдыхом в Израиле, когда ты ездишь вообще везде и все видишь, и там находишься... И в Иерусалим съездить, и в Тель-Авив съездить, абсолютно верно. Чувствуешь атмосферу этой страны, оно несравнимо. Но если вы все-таки ходите в Израиль, и вам хватит одну-две святыни христианские, там, ну, и заодно посмотреть... Море, да. Да, плюс Мертвое море, то, пожалуйста, в этот тур, ну, могу сказать, что он очень... утомительный, потому что переход через границу осуществляется в 12 ночи пешком. Угу. Примерно в час ночи выезд от границы. В 3-4 утра вас высаживают зачем-то, блин, на Черном море. На Мертвом море. При этом Мертвое море, ну, ты понимаешь, что оно там, ты в него не можешь пойти, бессмысленно. Но вам навязывают вот эти вот в 3-4 утра грязи, соли, вот эти, кремы, соли, грязи. Вот это все, ты такой думаешь, господи, отстаньте от меня, пожалуйста. Максимум это что, там бутерброд и чашка кофе. 6:30 утра ты совершенно разбитый, приезжаешь в Иерусалим. Угу. На рассвете идешь к храму, к остаткам храма Ирода, к стене плача. Затем все эти святыни. В обед храм Рождества Христова в Палестине, если она не закрыта. Угу. В зависимости от конфликта. Перекусил, на обратном пути в районе 3:45 дня у тебя опять Мертвое море, наконец-то в которое можно опустить свое бренное тело. Ну, это вызывает удовольствие и смех, потому что... Ты его опустить пытаешься, оно тебя отторгает. Да, очень веселое ощущение, радуются все. И абсолютно утомленный, непонятно, что ты делал целые сутки, приезжаешь в 11 вечера, где-то, ну, вру, не в 11, часов 7 вечера, к границе Израиля и Египта, опять ножками переходишь назад, и все. И все, вот и вся экскурсия. Да. Вот ты ее описал гораздо быстрее, чем она происходит. Нет, на самом деле очень колоритно. Мне прям захотелось. Нет. Я когда в этой экскурсии ехал, я побожился, что я больше в таких экскурсиях не буду принимать участие, потому что когда весь автобус, который набивается, он весь сразу и идет по маршруту. То есть идет 40 с лишним человек. Влево, ты понимаешь, что такое Голгофа, да? Вот камень, на котором лежало... Вы идете на Голгофу. Тело Христа. Вы должны прочувствовать. Да, и начинается. Маня, сфотографируй меня. А так, а это, думаешь, господи, да? Ну, коснитесь вы, постойте там, задумайтесь о великом, там, вдохните там. А там идет, ну, конвейер, фотосессия. Голгофу вот так тоже фотографируют? И вот по-разному, да. И там и так, и сяк, и как хочешь, короче. И это вызывает очень... Мне вызвало очень... печальная, в общем, ассоциация, поэтому в следующий раз я поеду в Египет не на экскурсию, а поеду на много экскурсий надолго и без группы в 50 человек.